Я нечаянно. Келик, пошли это резнем, она тут не дает. Блять, а он без диса, охуеть. Меня он был, если я не знаю. Он здесь. Чо, хуй через плечо. Сюда. О, Керлик, если что, помогаешь сбивать огонь. Так, говорите, Рюба. То, что не нужно, ты услышал. Рыбу хаваем. Сзади, ребят, покушали? Сейчас какая-нибудь Настя как-то Настя попой сядет. Настя, Минкерет, ты помогаешь сбивать эти темную магию. Я первый каст сбиваю, Настя, ты второй каст сбиваешь. Пламя, огонь сбивает первый. Керлик, если что, второй каст сбивает. На льду фрикозоид первый каст сбивает, ксимор второй. И так по очереди. Настя лапку кинула. Чтоб ни один каст не прошел. Воет, спекайся в танк. Да вон давно ж сказали же, блядь, спекнуться. Да. Давай, братан. Так, одну минуту, я сейчас, блядь. Валера, настало твое время. Часы-то поставь вместо, блядь, крови этой ебучей. Кстати, да, часы тебе получше будут. Часы это топ-3, не, ёб, блядь, вон. Ну я не знаю, как для кого, для медведя она вообще охуительна. Ее люди носят и на 260. Нет, вместо крови поставь. Там нормальная премия у тебя стояла. Нахуй тебе это. Да ладно, нормально тут тебя не пробьет. Ладно, хорошо. Все, давайте, подтягиваем. Давайте, подождите, стойте. Сейчас он отойдет подальше. Все, подходим. Зашли все. Пламя, Серега. Пламя. Стойте. Пламя, блядь. Он дошел уже. Пошли, его притянем. Вот, все, да. заходим. Пошли, танк, давай. И теперь трусы мокрые. Подтяните его на середину. Лед. Огонь. Огонь сбей, блядь, молодцы. Огонь. Стоим, не двигаемся. Огонь, лед. Лёд. Огонь. Чародейский сбить его. Лёд. Огонь. Бомжей. Отошли. Зря. Лёд сбейте.
Да. Огонь. Сошлись. Лёд. Почему упала Настя? А почему какие-то прибежали? Стоим, не двигаемся. Давайте, давайте, о, все нормально. Стойте, не двигайтесь, блядь. Убили, но не двигайтесь. Да не, он их остановил. Все зачем? Трэш, давайте забьем. У меня зависит. Чего говорите? Тут ачивка магия, да, я в ахуе. Ну, все косты сбили по льду. Если бы огонь не пропустили один, было бы ачивка вообще всем магии. Ну я не успел добежать просто. У меня игра зависла, блин. Ну перезайди, все равно. Потом. Отлично. Мы посмотрим, сделаем как бы есть ювелир. Можешь же портоваться сюда, в библиотеку. Да, порт есть. Настя, там уже работает порт. Спасибо, я так. Блин, все, на рогу падал. Я сам шокирован. Даже кожаные ботинки не падают, страшно. Угу. Вот это что означает два роги в пати? Да просто я на роги пошел, как всегда. А хотел же палом пойти, да?
Твой зачар себе, блядь, руки и плащ в обязательном порядке, блядь. Будешь от рука тебя держать. Как там называется это? Ты не помнишь? Есть-то представление. Оружейник. Да, оружейник и на плаще. Титановая броня. Так, а что по тактике? По тактике, смотри. Войт, начинаешь с этого угла, вот здесь вот встаешь, хватаешь красный луч. На зеленый встану я, на синий встанет... Блин. Шаман у нас кто? Скажите мне, пожалуйста. Давай, шаман встанет. У нас шаман... Филон Филип будет. Нормально. Что, давай, гуляй. Кто на какой луч? ДДшки на луче не встают, просто так делал. Я на зеленый встану. Все, давай, гуляй. И прям здесь, стой, стой на месте. Правее отойди. Вот, все. В лужах не стоит. Че, бежим к окнам, да, потом? Да, на. В ложах не стой, вот, во. Красненький, забери луч. Прям вплотную к боссу подойди, во. Пошли к окнам. К окнам бежим. Давайте, давайте, давайте. Сейчас смотри, Войт. Вот здесь вот в центре встаешь. Чуть подальше. И все. И поворачиваешься спиной к другому углу. Оттуда будет красный. Все, иди. Так же лучи он распределил. Да, да, да. А, нет, в том же углу красный. Выводи его, выводи, выводи на себя. Побежали в то же место, где мы были. К столу. Сейчас. Так же сейчас его ставишь в этом углу, как начинали. Берешь красный луч и стоишь. Ничего сложного. Просто появляется, видишь, красный порт и тянешь его к красному порту. Красный портал с левой стороны.
перебил бы больше, было бы тупо я. Сегодня скинули, я что-то в РБК мы ходили, там 5,5 было. Стоим, добиваем, никуда не бегаем. Прохиливаем. ГЦ. Либо я, либо он. Кто-то сорвет. Роль, Рода, Роль. Справа можно поремонтироваться, если что. Шахматы проходим, ну их нахер. Кто это к нам пришел? Хилим, хилим, хилим. Вернее, от рейда мобов вообще понизить. В сторону рейда не смотрели. Прохиливаем Войда, прохиливаем, прохиливаем. На нем дебаф. Или здесь стоит, да, здесь стоит. Давайте, давайте. Кажется ли, у нас совсем маленькие даже есть гильдии? Маленькие задроты уже появляются. Ну, ходить не могут, но играть уже играют. Типа, я не стреляю, я наблюдач. Тут можно было локов уже одеть, по-моему. Это истинный рейдер. Никто не умирал, да? Ставь на меня. Так, милики за черепком. РДД в луне.
Вот. Дай бог, это животное вот, сейчас меня начнет шопать, как в прошлый раз, сука. Ага. Сколько? 7 или 6 раз подряд, блядь. РТД. Что, сразу где удачи? Под поражение, да? Останьте, Настя, шаман. Не видите, готовит. Че делать надо? Пошли за черепом беги. И прям воткнись в стенку. Молодцом. Пошли. Начинается, бля. Зря. Ушли, милики, ушли. Идем. Дайте клёпку, ну, блядь, так и удобно видно, с чем-то. На саману залез. Бежим, милики, бежим, бежим. Пош, Ваниш. Давайте, давайте, побольше ДПС. Бежим, милики, бежим. Я. Ты что, блин? Это какой-то бред, отвечаю. Мирола поднимаем. Поднимаю. Не знаю, что за бред вообще. Честное слово, не дал шоу. О, бля. Топоры. Настя, иди в мили зону ко всем. Что там, бегат уже не придет. Подходите в мили, бля. БР нет? Нет, я же только что БР. Я же сказал, что зря. Ладно, фикси. Просто я не понимаю, что за прикол тут. Я он постоянно меня убивает. Постоянно что-то и только меня. Я не знаю. Походу где. Ой, прикол. Стоим, стоим, бьем. Ну вот, я просто хотел тебе сказать, но опоздал. Чтобы ты мне БР дал, а когда вот топоры выскочили. Ушли, ушли! Метеорит, ушли! О. Прохиливаю. Теорит летит еще один. Нормально. Бей. Вот этот в вашу сторону. В РДД зону ушли. Нет. Мало. Мы его и так. О, на рогу. Только не на рогу. Угу. Рога, мы с тобой хорошо сходили. Да, это был замечательный поход. Да. Войд, забирай колечко это, ну и, наверное, шлемак. Не нужен никому шлем, да, еще?
Ну, если ему на танка нужно, пусть берет. Так, думаю, надо ему на танк. Просто откуда знает, там есть у него нету. У него 232-й, Войд, забирай слимак, Т-4. Ладно, что, спасибо. Пойду я. Спасибо вам. Всего хорошего, давай. Ну, зато тактику теперь знаешь. Ну да, вообще, теперь буду водить всех. Это, вы поднять не хотите? Да, поднимите, Павша. А вечером никуда не собираетесь сегодня? Или куда-то в какой-нибудь замудрённый ЦЛК, да? Тот сжопил моего спутника. Дайте рез, алло! Ну, рез не тренировал-то. Господи. Я ДКН убею. Нет, Керлика. А, так, слышишь, все, кто может, все, кто может резать, все лежат. Стою. Ну да. Так, Войд, что? Давай обмен. А есть у кого-то этот инжа вкачан, а я дам нож. Все, ребята, я пошел готовить есть, и мне чуть-чуть поработать надо, так что ближе к 6 должен быть поеду. Да. Давай. Все, всем спасибо. Я вам ПК. О, ой, у тебя уже 4 Т4, да, я понимаю? А, 3 только? А, все, вижу. Ну вот, надо теперь 4 Т4 и нормально танковать будет. Груль магики, вот тебе. Да? Т4. Там, тем более Наваров, блядь, падает самое чаще, блядь. Ага, хрен там. Сколько я ходил за грудаком? Не, Настя, тебя вообще не вписываем в этот список. Да, у тебя везение, по-моему, минус 100. Примерно так же, как у меня, блин. Я не помню, сколько я на мага тогда тоже это, голову-то пытался стролить. Полгода, наверное. Ну да, то одному отдали, то второму, блядь, то не падает нихуя. Зато все маги одеты были, кроме тебя. Но мне все говорили, зачем ты так... Ладно. Вот видишь, Войд, не зря сходил. А ты на ДД? Или на танка? На танка хотел. У меня же ДД. Я же радовалась, думаю, блин, я один вар, по сути, Насте и Костику не нужен Т4. Ну, заберу на танка. Только отошла на кухню, возвращаюсь, уже Войд в пати. Это еще я хотел тоже варом зайти. Да, у меня была такая мысль, что тебе тоже с варом попрешься. Думаю, убью нафиг. Да не, Войда надо сейчас подадить еще 4-ю Т4 ему и все, и ЦЛК танковать. Да че я разговорю что-то? Отдала же. Добровольно. Спасибо. Ладно, давайте пока. А ты куда? Куда? Куда-нибудь туда. Я... О, там кадр у нас, да? Чё-то мне он нужен был.
Возьму сегодня CLK-25, пойду рогой. Напишу на рогу, все, Андрол. Да пребудет с тобой свет. Прощай. Жесть. Долгоног, короче, продается за 205 косарей. Что ты говоришь? Он говорит, долгоног за 205 косарей продается. Ну вчера 100к стоил. Я не понимаю, зачем такую цену за него поднимать-то вообще? Люди сами что не понимают. Он не стоит столько. Оказывается, у кого-то галдыха жопой жуй. У таких идиотов, блядь, ссылка за галду, то им девать-то некуда. Ну да. Хант 269 первой категории. Это огромная честь для меня, друг мой. Фул ПВП, блин. Это трешак. Береги себя. Рад встрече. Да благословит тебя свет.
Чем могу помочь? Удачи. Я могу чем-нибудь помочь. До новых встреч.